السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ и ангелы благословляют пророка о вы те которые уверовали призывайте благословение Аллаха на него и приветствуйте его приветствием мира этот аят разъясняет что Всевышний Аллах не спосылает своей милости на своего пророка Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И его ангелы тоже молятся за пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним и просит для него милостей. Если он находится в таком положении, то те люди, которые, используя различные хитрости и обман, пытаются помешать развитию пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, никогда не будут успешными. А те, кто лживо обвиняет его и делает его целью своих издевательств и насмешек, и считают, что могут быть успешными, живут в раю для сумасшедших. Их хитрости и заговоры не могут причинить никакого вреда любимому пророку Всевышнего Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. По милости Аллаха, он продолжит достигать ту цель, для которой он воздвиг его. И в наше время, для достижения этой цели, Всевышний Аллах, воздвигнув искренне и самозабвенно любящего его обетованного Мессию и Махди, мир да пребывает с ним, открыл новые пути распространения прекрасного учения Ислама. Так что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которого воздвиг Всевышний Аллах, сделав его пророком на все времена и для всех народов,
сам оказывает ему свою помощь по своей милости и милосердию. Его противники никогда раньше не были успешными и сейчас не могут быть успешными. Таково решение Всевышнего Аллаха. Поэтому никакой истинный мусульманин не должен волноваться о том, что какие-то мирские усилия могут повредить чем-то исламу или статусу святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Да, обязанность, которую Всевышний Аллах возложил на истинного мусульманина, заключается в том, что он, подобно тому, как Всевышний Аллах и его ангелы благословляют святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, для возвышения его статуса, тоже призывал благословение и приветствовал приветствием мира этого любимого Аллахом совершенного и последнего пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В этом заключается обязанность истинного мусульманина, чтобы он стал в числе тех, кто развивает миссию этого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и, следуя Всевышнему Аллаху и его ангелам, призывает неисчислимые благословения и пожелания мира на этого святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В прошлую пятницу я коротко рассказал о произошедшем недавно во Франции трагическом событии, во время которого люди, называющие себя мусульманами, напали на офис одного журнала и убили его сотрудников. И я обратил внимание членов общины к тому, чтобы они призывали благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потому что ислам не одержит победы посредством таких убийств, а напротив, мы достигнем своей цели, призывая благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И в то же время я выразил беспокойство, что в результате этого нападения будет проявлена неправильная реакция, и этого можно было бы ожидать от некоторых людей. И эти люди, проявляя неправильную реакцию, еще раз опубликовали карикатуры, которые стали причиной еще большей нашей боли. И это должно быть причиной боли для каждого истинного мусульманина. В чем польза этого террористического акта? Люди из этого журнала совершили такой же поступок 2-3 года назад, и со временем все утихло. А затем, из-за неверного поступка людей, называющих себя мусульманами, неверные действия этих людей, карикатуристов, возбудились с новой силой. То, что опубликовал этот журнал раньше, многие лидеры западного мира, проявив сильную реакцию, сурово отвергли, и некоторые правительства сказали: «Мы никогда не позволим публиковать такое в своих газетах». Но из-за события, произошедшего на прошлой неделе, судя по всему, разумные и ответственные люди и лидеры объявили о своей поддержке этому журналу. И с разных сторон они начали получать помощь в миллионы долларов. И этот журнал, который выходил тиражом в 60 тысяч экземпляров, и даже говорили о том, что, вероятно, скоро он умрет естественной смертью и совсем исчезнет. Но неверный поступок людей, называющих себя мусульманами, сделал так, что в течение одной недели его тираж увеличился до 5 миллионов экземпляров. И теперь некоторые люди предполагают, что этот журнал проживет еще 10-12 лет, хотя до этого было предположение, что он проживет не более 6 месяцев.
Так что этот неправильный поступок людей, называющих себя мусульманами, не только представил миру неверный образ ислама, но и более того, выполнил роль оживления умирающего врага. Если бы поняли эти так называемые мусульманские организации, которые творят зло от имени ислама, что учение ислама о любви и мире может очень быстро объять своими ладонями весь мир, поскольку никакая другая религия не может состязаться с исламом в учении о терпении и терпимости. Эти мирские люди являются теми людьми, которые духовно слепы. Они издеваются не только над пророками Всевышнего Аллаха, но и более того, они не прекращают издеваться над Всевышним Богом. И если в ответ на поступок этих невежественных людей с нашей стороны будет проявлена невежественная реакция, то в результате этого они еще больше увеличатся в совершении невежественных поступков. Поэтому Всевышний Аллах говорит, что вместо того, чтобы препираться с этими людьми, лучше отдалиться и отстраниться от людей, наполненных такого рода бессмысленными вещами. Нахождение в их обществе или поддержка их не только сделает нас грешниками, но и более того, нас также делает грешниками и то, когда в ответ на их неверный поступок проявляется такая же реакция, и они в ответ на эту неверную реакцию издеваются над Всевышним Богом или поминают Его плохими словами, или используют неподобающие слова в адрес Святого Пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, или проявляют свою ненависть каким-то иным путем, и тогда те из нас, которые делают это, провоцируют их, становятся соучастниками этого греха. Так что истинный мусульманин должен оберегать себя от этого, и он должен оставить решение этого вопроса на Всевышнего Бога. Всевышний Бог так и сказал, что когда они возвратятся ко мне, они ответят за свои поступки, потому что в один из дней они вернутся ко Всевышнему Аллаху, и Он сообщит им о том, что они делали. В наше время враг ислама с целью нанесения вреда исламу, учению исламу и святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не поднимает меч, а использует такие дешевые методы. Всевышний Аллах, сказав, что воистину Аллах и ангелы благословляют пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сообщил нам один принцип, заключающийся в том, что никакие поступки этих людей ничем не смогут повредить статусу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И ваша обязанность заключается в том, чтобы призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и приветствовать его миром, вместо того, чтобы погружаться в такого рода бессмысленные вещи и отвечать невежественным образом. В этом и состоит обязанность каждого мусульманина. Если вы сделали это правильным образом, то знайте, что вы выполнили свою обязанность. Как я уже сказал, те люди, которые раньше были против этого бессмысленного журнала, начали поддерживать его и говорить, что у каждого есть право на свободу слова. Но все еще есть справедливые и разумные люди, которые выразили свое недовольство в ответ на публикации отвратительных вещей в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и они считают виноватой в этом редакцию этого журнала. Например, один из первых редакторов этого журнала, который называется «Шарли Эбдо», Хенри Рассел говорит, карикатуры, опубликованные в этом журнале, были разжигающими ненависть. Это является причиной того,
что безответственный поступок редактора привел всю его команду к смерти. То, что они делали последние несколько лет, противоречило политике нашего журнала. Также и Папа Римский высказал очень хорошее мнение, сказав: «Должны быть какие-то границы у свободы слова. Свобода слова не означает вседозволенность. Каждая религия имеет свое достоинство, и очень необходимо проявлять к ней уважение, и не должно быть нападок на достоинство никакой религии. Если даже мой самый близкий друг будет проклинать мою мать или поминать ее плохими словами, то моя реакция на это будет такой, что я ударю его кулаком в лицо. И он должен ожидать от меня такой реакции в ответ на свои оскорбления. Как бы то ни было, возбуждение чьих-то чувств очень плохо, но они, это очень правильные слова Папы Римского. Мусульманам тоже следует проявить благоразумие, и они не должны проявлять неправильную реакцию. В наше время средства массовой информации полностью владеют миром, и где бы они ни захотели разжечь огонь, или потушить огонь, создать смуту, или воспрепятствовать смуте, они играют в этом основную роль. После этого инцидента впервые в истории разные средства массовой информации, и не только в Великобритании, но и в других странах, спросили о нашем мнении и нашей реакции на это событие. И мы сказали, что это убийство не является исламским действием, и мы выражаем сожаление о произошедшем. Но вместе с этим для свободы слова должно быть какое-то ограничение. В ином случае, за создание смуты в мире будут ответственны те люди, которые возбуждают чувства других людей. И кроме этого, нами были рассказаны многие другие вещи для прессы. То, как наша община отреагировала на это событие в Великобритании, показали по каналам Sky News и News 5. Об этом было рассказано также на радио BBC, LBC, BBC Leeds, London Life и на каналах Fox, TV, CNN. И также были опубликованы об этом в различных газетах Канады, Греции, Ирландии, Франции, США, в которых опубликовали нашу реакцию на эти события. Также были даны интервью в нескольких студиях телевидения. Благодаря всему этому, наше мнение об истинном учении ислама дошло до миллионов людей. В связи с этим, один телевизионный канал взял интервью у Амир Сахиба общины Великобритании. Было взято также интервью у имама Сахиба Атоль Муджиба Сахиба. И также взяли интервью у представителей нашей команды, ответственной за связи с средствами массовой информации в США, Канаде и Франции. Различные газеты опубликовали наши статьи и сообщили новости об этом. Очень хорошо поработала наша команда для передачи истинного учения ислама по всему миру, например, в Великобритании, США и Канаде. В связи с тем, как поработала наша команда по связям со СМИ, и было много наших публикаций и интервью об этом, один из канадских журналистов пишет: «У меня такой вопрос. Почему, несмотря на то, что Ахмадийская мусульманская община является одной небольшой группой мусульман, было так много ее публикаций в средствах массовой информации?» Таким образом, они постарались и приложили усилия, чтобы передать истинную весть ислама. И предопределением Всевышнего Аллаха является то, что теперь истинный образ ислама можно представить миру только община искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованного Мессии и Махди, мир да пребывает с ним. Благодаря тому, она научилась этому у него. Как я сказал в прошлой пятничной проповеди,
мы в своем окружении, повсюду в мире, должны сообщить людям мира и дать им понять, что неправильная реакция не создает ничего, кроме смуты. И существующие в настоящее время обстоятельства в мире могут привести к тому, что в мире разгорится такой огонь, который распространится повсюду, и это может привести к его гибели. Так что посредством неверной реакции не возбуждайте чувства людей и не призывайте на себя наказание Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах даст разум миру. Но на мусульманина Ахмади возложена большая обязанность, которую он должен выполнять, и о которой Всевышний Аллах сообщил следующими словами. «О вы, те, которые уверовали, призывайте благословение Аллаха на него и приветствуйте его приветствием мира». Каждый верующий, в соответствии со своими возможностями, должен стараться выполнять все повеления Всевышнего Аллаха, и у него не должно возникать таких вопросов, как и почему он должен это делать. И зачем это нужно? На первый взгляд кажется, что таких вопросов не может возникать, но чем больше увеличивается вера, религиозные знания и понимание смысла мольбы и мудрости повелений Аллаха, тем больше становится видны мудрость и польза повелений Всевышнего Аллаха. И обретение знаний тоже является одной частью прекрасного учения ислама. Но как бы то ни было, Всевышний Аллах повелел: получайте знания, чтобы быстро понять мудрость исламского учения, а не продолжать ждать и изучать его медленно. Это необходимо для того, чтобы понять мудрость и смысл следования повелениям Всевышнего Аллаха и затем наилучшим образом следовать им. В этой связи я представлю вашему вниманию несколько хадисов и избранных цитат Хазрата Абитаванова Мессии мир ему, разъясняющих важность и пользу Дурур Шарифа, призывания и благословения на святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Мы претендуем на любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и по этой причине, этой любви, и нашим сердцам наносится большая рана, когда в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, произносятся неподобающие слова или с ним связывается что-то плохое. Но каким является истинное проявление этой любви и в чем ее польза? Хазрат Абдулла бин Масуд, да будет доволен им Аллах, повествует об этом. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, изрек. В день воскресения ближе всех ко мне будет тот, кто будет призывать на меня больше всех благословений. Так что проявлением истинной любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, посредством которой можно обрести приближение к нему, является произнесение слов дуруда, призывание на него благословений. А затем Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: в день воскресения будет защищен от опасности и страха этого дня тот из вас, кто будет призывать на меня больше всех благословений. Для меня достаточно благословений Всевышнего Аллаха и его ангелов. Приказывая верующим призывать на меня благословения, Всевышний Аллах даровал верующим возможность обрести вознаграждение. Затем есть еще одно повествование о правильном способе обращения к Аллаху с мольбой. Хазрат Азала бин Убейд повествует: «Когда я сидел у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел один человек, и в молитве он произносил мольбу «Аллахумма хвирли вархамни».
«О Аллах, прости меня и будь милостив ко мне». Хазрат Благородный Посланник, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал: «О молящийся, ты поторопился. Должно быть так, что когда ты во время совершения молитвы сидишь, ты должен восхвалять и прославлять Всевышнего Аллаха, затем призывать на меня благословение, и после этого проси о чем угодно». Затем пришел еще один человек, который в молитве восхвалял Всевышнего Аллаха и призывал благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. И на это святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал: «О совершающий молитву, обращайся к Аллаху с мольбой, и тебе будет отвечено». Затем хазрат Абдулла бин Амар бин Ас, да будет доволен им Аллах, повествует, что он слышал от святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, что он изрек: «Когда вы слышите провозглашающего азан, то повторяйте его слова и затем призывайте благословение на меня». На того, кто будет призывать на меня благословение, Всевышний Аллах ниспошлет в 10 раз больше благословений. Затем просите для меня у Аллаха васина, и поистине это наивысшая из ступеней рая, которая даруется только одному человеку из людей. И я надеюсь, что я и буду этим человеком. А для того, кто будет просить для меня васила, за того мне будет разрешено шефаат, заступничество. Если с одной стороны дурут, призывание благословений, увеличивает любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то с другой стороны он является необходимым для принятия молитвы и прощения грехов. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мольба остается между небом и землей, и никакая ее часть не поднимается, чтобы быть представленной перед Всевышним Аллахом, пока вы не призывали благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним». О том, какое мы должны уделять внимание призыванию благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, хазрат обетованный Мессия мир ему пишет одному из своих последователей: «Обращайте особое внимание на чтение Дурут Шариф, призывание благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И желайте благословений для благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с такой силой и искренностью, как только может желать человек для самого дорогого для него человека. И желайте этого сильным смирением, и в этой мольбе и смирении не должны быть никакого рода неискренности. Должно быть так, чтобы установилась искренняя дружба и любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И с полной искренностью души просились те благословения для святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которые содержатся в Дурут Шариф. Признаком личной любви к нему является то, что человек никогда не утомляется и не испытывает усталости от чтения Дурут Шариф, и в него не примешивается достижение личных целей. Он должен читаться с единственной целью, чтобы благородный Бог ниспослал свои благословения на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Затем, рассказывая о мудрости Дуруда, он изрекает: «Хотя святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не нуждается в мольбе кого-либо, но в этом чтении Дурут Шариф скрывается глубокая тайна. Тот человек, который из-за любви к кому-то желает ему милости и благословения, по причине связывающей его с ним любви, становится частью этого человека. И поскольку изобилие милости единого Бога к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, безгранично, поэтому призывающий на него благословение Всевышнего Аллаха из-за любви к нему
получает часть этих бесчисленных благословений в соответствии с тем, насколько сильно их желание этого. Но без сильной духовной страсти и личной любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, человек получает мало этой милости. Так что мы должны создать в себе особое чувство для призывания благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Затем, разъясняя смысл призывания благословения на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат обетованный Мессия мирому изрекает: «Посмотрите на правдивость и преданность Аллаху нашего вождя, повелителя Хазрата Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он боролся против всякого дурного начинания. Его подвергали различным мучениям и затруднениям, но это нисколько не беспокоило его. Его правдивость и преданность являются тем, благодаря чему Всевышний Аллах оказал ему свою милость. По этой же причине Всевышний Аллах изрекает: «Воистину Аллах и ангелы благословляют пророка. О вы те, которые уверовали, призывайте благословение Аллаха на него и приветствуйте его приветствием мира». Отсюда стало ясно, что дела святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были такими, что для восхваления и описания качеств святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Всевышний Аллах не использовал какие-то особенные слова. Да, Он мог бы их использовать, но Он не сделал этого. И такого аята Всевышний Аллах не изрек в честь никакого другого пророка. В его душе были такая правдивость и преданность Аллаху, и его дела были настолько любимы Всевышним Богом, что Всевышний Аллах навсегда повелел всем людям призывать на него благословение. Затем, разъясняя, что Дуруд Шариф является средством для обретения стойкости и принятия молитв, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Для увеличения любви к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обновление ее, стало необходимым произнесение Дуруд Шарифа в каждом намазе. Для того, чтобы молитва была принята, необходимо наличие стойкости. Чаще читайте Дуруд Шариф, являющийся мощным средством обретения стойкости, и не делайте это лишь формально и по привычке, а напротив, помня о красоте и благодеяниях святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ради увеличения его статуса и степеней, и ради его успехов. В результате этого вам будут дарованы очень сладкие и вкусные плоды принятия молитвы. Как благодаря этому человек будет увеличиваться в степенях, я расскажу позже. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «О, насколько благословенным является это время, что в эти наполненные бедствием дни Всевышний Аллах только по своей милости принял благословенное решение оказать помощь исламу из невидимого и воздвигнуть одно движение. Я хочу спросить у тех людей, которые ощущают боль за ислам и сохраняют в своих сердцах его честь и достоинство, пусть они скажут мне, было ли более тяжелое время, в которое было произнесено больше ругательств и унижений в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и оскорблений священного Корана, чем это время. Затем, видя положение мусульман, я испытываю большую жалость и сердечную боль. И иногда я испытываю боль от того, что в них не осталось даже ощущения собственного оскорбления. Разве Всевышнему Аллаху не было угодно, чтобы, видя все эти ругательства и оскорбления, для такой защиты чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он не воздвиг это движение,
Хазур поясняет, он не сказал: «Встаньте, возьмите в руки ружья и палки и начинайте убивать». Напротив, для защиты чести ислама было необходимо воздвигнуть одно движение с неба, и он так и сделал. Далее он продолжает. Он воздвиг его, чтобы заставить умолкнуть противников ислама и для распространения вести о величии и чистоте святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. То есть заставить их умолкнуть с помощью убедительных доводов прекрасного учения ислама, а не с помощью пуль. Потому что если Всевышний Бог и Его ангелы благословляют святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то во время оскорблений и унижений святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, призывание благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, стало необходимым настолько, что он создал для этого движения в виде Ахмадийской общины. Так что нашей обязанностью является еще больше призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чем раньше. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, что Всевышний Аллах воздвиг его для того, чтобы он восстановил утраченную мусульманами честь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и чтобы он показал миру истину ислама. Так что сегодня для каждого мусульманина Ахмади является очень необходимым чтение Дуруд Шарифа, чтобы он стал выполняющим цель воздвижения Хазрата обетованного Мессии мир ему. Чтобы мы ответили «Лаббайк», слушаем и повинуемся на призыв Всевышнего Бога, и чтобы мы на практике доказали истинность своего притязания на любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потому что только благодаря выкрикиванию лозунгов и проведению митингов, чем занимается мусульманин не Ахмади, невозможно выполнить свои обязанности в отношении проявления любви к нему. Для того, чтобы выполнить свою обязанность проявления любви к нему, необходимо, чтобы мусульманин Ахмади миллион раз произнес Дуруд Шариф, призвал благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Дуруд, и приветствовал его миром и довел эту мольбу до Божьего трона. Этот Дуруд поможет больше в уничтожении врагов, чем ружейные пули. Затем, разъясняя то, какой есть метод произнесения Дуруда, Хазрат обетованный Мессия мир ему написал одному своему последователю: «Надо внимательно следить за тем, чтобы каждое дело было полностью очищено от всякого рода грязи, формальности и привычки. И сердечная любовь должна бить подобно источнику. Не читайте Дуруд Шариф подобно попугаю, как обычно читают его люди. Это свидетельствует об отсутствии в их сердцах совершенной искренности в отношении к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И они не просят благословения для любимого посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с полной самоотдачей и погруженностью в эту мольбу. Перед чтением же Дуруд Шариф, напротив, надо твердо уверовать в то, что ваша любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дошло до того, чтобы сердце ваше произносило, что с начала мира и до его окончания не жил и не появится такой человек, который превзойдет меня в этом. Установление такой твердой веры возможно, если все трудности и мучения, испытанные ради святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, искренне и самозабвенно любящим его, и все же трудности и мучения, которые только может предложить разум, я готов вынести с чистым сердцем. И никакая трудность и мучение, которые только может предложить разум или сила мысли, не могут воспрепятствовать сердцу.
и не должно быть никакого повеления Бога, от повиновения которого удержалось бы сердце или появилось какое-то неудовольствие. И никто из творения не должен занимать в вашем сердце того места, которое принадлежит только святому пророку, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. И когда уже установлена такая религия, и вера развилась таким образом, тогда Дуруд Шариф надо читать с той целью, чтобы Всевышний Аллах ниспослал все свои совершенные благословения святому пророку, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сделав его источником благословений для всего мира. И его святость, и его достоинство он показал в этом мире и в мире ином. Эта мольба должна произноситься с полным вниманием и из глубины сердца, подобно тому, как когда кто-то просит у Всевышнего Бога с полным вниманием, когда у него какое-то несчастье, беда. Более того, целью этого должно быть только то, чтобы совершенные благословения были ниспосланы на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и чтобы его честь и слава сияли в этом мире и в будущей жизни. Далее он изрекает, «Для этого мы должны проявлять решимость и постоянство днем и ночью до такой степени, чтобы не было ничего более желаемого, чем это». Если Дуруд Шариф будет произноситься таким образом, то это не будет простой формальностью или следованием традиций. Нет никакого сомнения в том, что по этой причине в сердце будет появляться удивительный свет, и одним из знамений полной погруженности в Дуруд Шариф является то, что при его произнесении появляется плач и рыдание. И это внимание к Дуруд Шарифу должно войти в кровь и в каждую частицу тела человека до такой степени, что его состояние будет одинаковым, независимо от того, спит он или бодрствует. А затем, разъясняя то, какое старание надо проявлять при взывании с мольбой и чтении Дуруда, он пишет одному своему последователю: регулярно совершайте тахаджуд и будьте постоянно погружены в чтение Дуруда. В совершении тахаджуда содержится очень много благословений. Бездельник и любящий комфорт человек не имеет никакой ценности в глазах Всевышнего Бога. Всевышний Аллах изрекает: «А те, которые усердствуют о нас, мы наставим их на путях наших». И затем Хазрат Абитаван Мисемирому изрекает: самым лучшим Дуруд-Шарифом является тот, который был произнесен благословенным языком святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И этим Дуруд-Шарифом являются слова: «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамиду маджид». «О Аллах, благослови Мухаммада и народ Мухаммада, как благословил ты Авраама и народ Авраама. Воистину ты достохвальный, славный. О Аллах, ниспошли благословение на Мухаммада и народ Мухаммада, как ниспослал ты благословение на Авраама и народ Авраама. Воистину ты достопочтенный и славный». Этот Дуруд Шариф является самым благословенным из всех видов Дуруд Шарифа, и это является постоянным видом этого смиренного раба Божьего. И нет никакой необходимости в каком-либо определенном количестве произнесения Дуруд Шарифа. Самое главное – произносить его с полной искренностью, любовью, полным вниманием и смирением, и произносить его до тех пор, пока сердце не обрело мягкости и человек не забыл о себе, полностью оказавшись под действием Дуруд Шарифа, и в его сердце появилось довольство и сильное желание обрести любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Да создаст во всех нас Всевышний Аллах этот дух призывания благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И пусть из наших сердец исходит
такая боль, которая дойдет до Божьего трона, и это стало благословенным для нас. По милости Всевышнего Аллаха, большинство из нас читает такой дурут и читает его с большой болью. И Всевышний Аллах являет им образцы своего благословения. Дай Аллах, чтобы количество таких членов общины увеличивалось, чтобы это принесло пользу для каждого члена общины и для ее развития. Мне очень нравится способ чтения дуруда хазратом обетованным реформатором, да будет доволен им Аллах. И хотя некоторые из нас приблизились к нему, но это такой метод, который я хочу представить вашему вниманию. Потому что вместе с чтением такого дуруда человек приумножается в проявлении любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и у человека появляется глубокое понимание необходимости и взывания с мольбой о развитии общины. Хазрат Абитаван Реформатор изрекает, «Когда мы молимся за кого-то, то эта мольба, с одной стороны, становится причиной возвышения степеней для нас». Так что, когда мы читаем дурут, призываем благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним, то в результате этого, с одной стороны, благородный посланник, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним, увеличивается в степенях, а с другой стороны, и мы тоже будем увеличиваться в степенях. Сначала эта милость доходит до него, потом она доходит до нас». Это подобно тому, когда что-то положили в сито, и какая-то часть этого проходит через сито и попадает на ткань, расстеленную под ним. Таким же образом, Всевышний Бог сделал посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, то Всевышний Аллах сообщает ему, что этот подарок тебе от такого-то и такого-то верующего. Мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, появляется желание совершения мольбы о нас, и благодаря его мольбе Всевышний Аллах дарует нам часть своих благословений. Я скажу про себя. Когда бы я ни приходил на могилу хазрата обетованного Мессии мирому, чтобы помолиться за него, я выбрал для себя такой путь обращения к Аллаху с мольбой. Прежде всего, я молюсь за благородного посланника, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним. Затем я молюсь за хазрата обетованного Мессии мир ему и молюсь следующим образом. «О Аллах, у меня нет ничего, что я мог бы подарить этим святым людям. Все, что у меня есть, не может быть полезным для них. Но у Тебя есть все, поэтому я молюсь Тебе и моляю Тебя, чтобы Ты, оказав мне свою милость, подарил им в рай такой подарок, который до этого не дарил никому». И они обязательно спросят, «О Аллах, от кого этот подарок?» И тогда Бог сообщает им, от кого этот подарок, и они молятся за него, и таким образом взывающий с мольбой увеличивается степенями, и это подтверждается Кораном и Хадисом. Неоспоримым принципом является то, что мольбы приносят пользу умершим. Священный Коран, сказав «Фахайю би ахсана минха», «То приветствуйте лучшее, чем оно», обратил ваше внимание к тому, что когда кто-то делает вам подарок, то вы делаете ему подарок лучше него, или, по крайней мере, такой же, какой он делает вам. Согласно этому аяту Священного Корана, когда мы будем молиться и призывать благословение на благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, или хазрата обетованного Мессии мир ему, тогда Всевышний Бог в результате нашей молитвы подарит им какой-то подарок от нас. Мы не знаем то, какие есть награды рая. Но Всевышний Аллах прекрасно знает эти награды. Поэтому, когда мы будем молиться, «О Аллах, подари святому пророку мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним такой подарок, который он никогда раньше не получал», то это естественно, что когда ему даруется этот подарок, Всевышний Аллах сообщает ему, что этот подарок от такого-то человека. Затем, это невозможно, чтобы после того, как они узнали об этом, они сидели молча и не сделали ответного подарка. «О Бог, даруй им от нас лучшее воздаяние, чем это».
И таким образом, согласно аяту «Фахайю биахсана минха», то приветствуйте лучше, чем оно. Эта мольба возвращается к приносящему дурут, и это становится причиной повышения его степеней. Так что есть такой способ, благодаря которому мы можем получить пользу, не совершая никакого элемента многобожия. Мы сами можем получить пользу, и община тоже может получить пользу, то есть польза может быть двойная и для общины, и на индивидуальном уровне. Как я уже сказал, это есть такой путь призывания и благословений, который может привести к развитию общины. И когда община будет развиваться, и количество призывающих благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, будет увеличиваться, то количество противников будет уменьшаться. Кроме этого, я хочу сказать еще одну вещь. Иногда некоторые люди задают вопрос, в чем разница между словами «Аллахумма салли аля Мухаммадин» и «Аллахумма барик аля Мухаммадин». Я хочу дать разъяснение этого с помощью словаря. Согласно словарю, слово «салат» означает «аттазим» — «честь». На основании этого молитва «Аллахумма салли аля Мухаммадин» будет означать следующее. «О Аллах, возвышая поминание посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним в этом мире, даруй победу и успех его благой вести, предопределив вечность его шариату, испосланному ему закону Божьему. И в будущей жизни прими его заступничество за его умму и даруй ему величие посредством многократного увеличения его воздаяний и наград». Хотя об этом подробно рассказано в некоторых уже упомянутых цитатах Хазрата Абитаванова Месси Мирому, но в них не были приведены словарные значения. Затем в одном хадисе относительно призывания благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, есть следующие слова «Барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин». Это означает «О Аллах, установи для святого пророка мир и благословение Аллаха да пребывает с ним те честь, величие, достоинство и святость, которые ты предопределил для него, и дарует ему вечность и постоянство, чтобы это сохранилось навсегда». Таким образом, суть всего этого заключается в том, что в словах «Аллахумма салли аля Мухаммадин» содержится мольба о победе его шариата, ниспосланному ему закону Божьему, и сохранение его навечно, и также получение милости человеком, обращающегося с этой мольбой, из его ходатайства за свою сумму. И в словах «Аллахумма барик» содержится молитва о сохранении навсегда его чести, величия, достоинства и святости. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность читать дурут истинным образом, и благодаря этому дурут, с одной стороны, мы стали приближенными ко Всевышнему Богу, то с другой стороны, мы всегда продолжали развиваться в любви к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И чтобы мы использовали свои способности в деле распространения его шариата, ниспосланному ему закону Божьему. И чтобы в соответствии с его учением сыграли свою роль в завершении смут и раздоров в мире. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это. После молитвы я проведу заупокойную молитву в отсутствии покойного по двум членам нашей общины. Первый из них является уважаемый Мольви Абдуль Кадир Дихальви, дервиш Кадиана. Он умер 10 января 2015 года в возрасте 97 лет. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Покойный был сыном сподвижника обетованного Мессии Мирому, уважаемого доктора Абдурахима. Он был удостоен диплома о высшем религиозном образовании Мольви Фазл в Ахамнийском религиозном учебном заведении. Ему посчастливилось служить общине в Кадиане на следующих должностях. Он занимал должность генерального секретаря в Ахмадийском квартале Кадиана. Затем в течение длительного времени занимал пост заместителя руководителя наблюдательного органа по проповедованию. Также он был помощником руководителя высшего наблюдательного органа общины. Он служил в качестве руководителя наблюдательного органа по имуществу общины. Кроме этого, он занимал следующие посты: судья общины, аудитор организации Садр Анджуман Ахмадия, секретарь учреждения Бахишти Макбара, заместитель руководителя организации Маджлис Ансарулла. Одна из статей уважаемого господина Муальви под названием «Рассказ дервиша со слов дервиша» была опубликована в журнале «Микшат» в ноябре 2003 года. В этой статье уважаемый господин Муальви Абдуль-Кадир писал:
Хазрат Мир Мухаммад Исхак, преподаватель хадисов в Ахмадийском религиозном учебном заведении, очень сильно любил меня. Он сказал мне: «Пиши заявление для получения высшего образования в Египте». После этого я написал заявление. Затем ему в офис пришел ответ, каким образом он хочет получить образование в Египте, если у него нет средств для получения паспорта. Согласно словам господина Мальви, об этом он сообщил хазрату Мир Мухаммад Исхаку. Спустя 2 дня после этого ему приснился сон. Он увидел пришедшего к нему хазрата Мальви Шер Али, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Абдуль-Кадир, Египет». Этот сон он также рассказал хазрату Мир Мухаммад Исхаку. Случилось так, что в период Второй мировой войны молодые люди из Ахмадийской мусульманской общины добровольно призывались в армию. Он также призвался в армию и служил в батальоне снабжения. Так он был отправлен служить в Египет. Во время своего краткосрочного отпуска он вместо того, чтобы отправиться в Индию, поехал в Рим. Там, где он остановился с левой стороны церкви, был большой зал. Ему сообщили, что в этом зале один раз в неделю, строго в понедельник, выступает Папа Римский. В это время его последователи могли увидеть его, согласно его словам. В понедельник он тоже пришел туда. В зале люди собрались в круг. В период войны Папа Римский выступал с проповедями о мировой безопасности. После выступления, когда он проходил мимо него, он подал ему обе руки для рукопожатия. Папа Римский пожал его руки и остановился. Пожимая его руки, господин Мальви стал передавать ему весть ислама. Он рассказал ему о пришествии обетованного Мессии мир ему. Он сказал ему, что обетованный Мессия мир ему прибыл, и им является хазрат Мирза Гулам Ахмад из Кадиана. Он сказал ему, что принял его и приглашает Папу Римского принять его. Папа Римский, выслушав его, очень обрадовался. После этого вокруг него собрались посетители из Америки и Европы и стали хвалить его за храбрость. Он стал проповедовать и им тоже. Затем он написал письмо второму халифу обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в котором подробно описал свою встречу с Папой Римским. Во время второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, этот случай был внесен в 10-й том истории Ахмадията под названием «Проповедование ислама Папе Римскому». В этой главе также описаны 3 случая принятия мольбы и божественной поддержки. В 69-м году ему посчастливилось совершить хадж в Мекку, после себя покойный оставил 3 сыновей и 4 дочерей. Несмотря на финансовые трудности, все его дети получили высшее образование. Все они живут в других странах. Его старший сын, господин Исмаил Нури, родился в период его жизни дервиша. Он получил возможность служить общине Германии на разных должностях. Супруга уважаемого Мальви Абдуль-Карима умерла давно. Он жил один в своем доме в Кадиане. По этой причине его сыновья предложили ему пожить в Германии. Однако он отказал им и сказал, чтобы они никогда не говорили ему об этом. Много лет он прожил один. Он удостоился чести до конца своей жизни исполнить свои обещания дервиша. Покойный был Муси и был похоронен на кладбище Бахишти-Макбара среди дервишей Кадиана. Пусть Всевышний Аллах возвысит степень его достоинства в раю и направит его потомство по его стопам. Вторая покойная, госпожа Мубарака Бегим, супруга Башира Ахмада Хафиза Абади, дервиша Кадиана. Она умерла 3 января 2015 года в возрасте 83 лет. «Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун». Ее отец, уважаемый покойный господин Шафи Ахмад, был президентом Ахмадийской мусульманской общины области Модха округа Уттар-Прадеш. После разделения Индии в 1947 году стало сложно сочетаться браком в Пакистане, и дервиши должны были сочетаться браком только в Индии. Поэтому, согласно наставлению хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, уважаемый господин Башир Ахмад Хафиз Абади в 1951 году сочетался браком в Уттар-Прадеш. Госпожа Мубарака Бегим соблюдала молитвы и посты. Она была очень доброй и искренней женщиной. Она пожертвовала все свои украшения, откликнувшись на призыв общины. Вместе со своим супругом она провела длительный период жизни дервиша с огромным терпением и благодарностью. В любой ситуации она находилась рядом с ним. Сейчас в Кадиане финансовое положение, по милости Всевышнего Аллаха, намного улучшилось. Начальный период дервиша был очень трудным. Она имела тесную связь с Ахмадийским халифатом.
Один из сыновей, уважаемый покойный господин Мунир Ахмад Хафиз Абади, служит общине на должности главного руководителя фонда Тахрики Джадид. Также он является председателем комитета издательства Фазли Умар. Он посвятил свою жизнь общине, второй ее сын практикует медицину, три ее дочери в настоящее время проживают в Пакистане. Две дочери во время ее смерти находились рядом с ней, покойная также была Муси. Она была похоронена на кладбище Бахишти Макбара. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени их достоинства, чтобы Ахмадият не только продолжил свое существование в их потомках, напротив, чтобы они принимали активное участие в служении общине, чтобы они развивались в вере и убежденности. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر